Михаил Соловьев и Кристина Цветкова впервые выиграли золото чемпионата России по спортивным танцам. Ведущая пара Тверского клуба «Престиж» завоевала титул чемпионов среди профессионалов по латине. В борьбе за звание дуэта номер один тверские танцоры на московском паркете превзошли лучшие пары страны из разных регионов – от Хабаровска до Санкт-Петербурга. Решение международной бригады арбитров было фактически единогласным.